На ланч в ресторан Red Lobster. Красный лобстер. Red Lobster. Это наш официантик, который сказал, я буду за стойкой, если вам что надо. Днем, конечно, людей здесь нет. Есть народ, да? Есть. Но это самый хороший ресторан Red Lobster. То есть блюда здесь хорошие. Вот они принесли нам такой горячий хлеб, но это, наверное, корнбред. По-моему, это корнбред горячий такой, такие бискачи вкусные такой. Is it cornbread? No, what do you think? Корн, это кукурузный. Да нет, вроде так не похоже. Корнбред? No? Бискач обыкновенный. Бискач. Garlic bread. Чесночный хлеб. Немножко сверху помазано. Или у них вообще garlic powder. Все время применяют. Не свежий garlic, garlic powder. Гарликовая пудра. Ну, пудра и порошок, powder переводится, да? И вот garlic powder. Ну, это такое, как для перца. Эти такие баночки с дырочками, да? Garlic powder. Наверное, в России есть уже garlic powder сухой. Я все равно предпочитаю свежий чеснок, когда что-то готовишь, они в паудере. Ой, там кто-то кого-то лупит по мордам. Боже, как у него бил. Сейчас продолжает бить. Ага, бьет, лупит. Очень красиво. Принес нам на этой самой. Они вот эту раскладушку все время носят. Так, что принесли? Для меня лобстер. Husband заказал только для меня, потому что дорого. How much? Горячая тарелка со сливочным маслом. Так, а это у нас сейчас... Ой, горячий... Ой, very hot plate, baby. I cannot touch. Я не могу дотронуться. Не забрал меню. Да что ж это такое у него? Они take меню. Меню – это меню. Так, значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть... Napkins? Wait. No, I don't have one. Что здесь у нас есть? У нас здесь это рыба. Куски. This fish, right? What kind of fish? А это... Ой-ой-ой, wait. Oh my God, so hot. This stuffed mushrooms. Эти грибы начиненные. Это рыба, креветки. This, what is this? Is this like... Этим. Господи, они не гребешки, как же они... What name this one, honey? I forgot. Scallops. This one, what is this clam one? Clam strips. Clams, это эти. They are the best clam strips. Ноги этого. А это кламсы. Обжаренные. Ну, это бреда этого, хлеба этого. Сухари немного, это не сухари, это такой в чем-то эти кламсы. Так, это грибы начиненные. Так, все, начали. Приятного аппетита, my lobster. Смотрите, тейл, этот хвост лобстера, я его выковырила отсюда. И вот так вот, ой, тяжелый. Ой, какая вкуснятина. И в масло его окунаешь. Масло расплавленное для крабов. Обычное масло расплавленное для... Сливочное масло для лобстера. Боже. Самая вкусная еда. Лобстеры и устрицы, на мой взгляд. If you're aristocratic, you find ways to travel more. That's what the advantage card does. Okay.
Wait. Боже, какой вкусный. Привет. Зашли вечером в мексиканский ресторан. Все же здесь ресторанами называется, да? Все забегаловки, рестораны. И нам эти чипсы горячие, подогретые, и вот это вот салса у них. И вот такие, это бесплатно носится, да, перед едой салса. Салса такая. Такая салса. Ого, салса. Салса это такое, как аджика. Типа аджика. Я люблю, если это салса такая не очень острая, нормально. Но в мексиканских ресторанах обычно часто очень острое блюдо. Ну, короче, он такой ресторан, как забегаловка. Я зашла, думаю, господи, ну уже ж не будешь выходить. Ладно. Mexican Grill называется, да? Мексиканский гриль. Цены очень низкие. Ну как, очень. 9-7 это аппетайзер, с 15-11 эти блюда. Так, ну ладно, посмотрим, как тут они. Короче, такой забегаловочный ресторан. Может, даже еще и вкуснее будет. Сейчас мы посмотрим. Принесла нам Акапулко. Акапулько. Это мексиканский дринк. $6.95. $7 дринк. Вот такой вот. Вот. Смокт. Усмокт. Чипс. Акапулко. Здесь текила. Что там состав? Подождите. В Акапулко. Текила, лимон, грейпфрут, джюс. И еще какой-то джюс. Полно джюсов и текила. Это так. Ну. А меню у них очень обширное. Слышите, такой маленький, небольшая такая забегаловочка. Такая. Совсем небольшая. Но. Этот меню обширное. О, сколько всего, видели? Фахитас. Фахитас это такие завернутые, как этим. Ну, как блины, типа. Завернутые, как большие чипсы завернуть, а потом на них соус наливается. И фахитасы. И куэреро. Слушайте, дринк такой, этот, острый, ну, то есть алкоголя много. Короче, вот в таких забегаловках больше наливают алкоголя в коктейли, чем в американских хороших барах или ресторанах. Вот, эта самая сальса очень острая, но очень вкусная. Такая вкусная вообще. Чипсы, конечно, классные. Такие не купленные, знаете, такие. Они, по-моему, их сами, что ли, делают. Это, по-моему, кукурузные. Я была в Мексике. Такая колоритная страна, но очень бедная. Очень бедная. Видите, нам принесли такую чугунку. Такая чугунка. Is it metal? Очень горячая. Is it metal? Чугунная, да. Металлическая чугунная. С таким ножом страшенным. Вот. Халапино, is it... А, вот этот вот очень острый перец здесь. Это эти креветки. Там мясо какое-то. Вот kind meat. Pork, shrimp. No, meat. Meat, pork. Свинина. Рис здесь еще. Ну, в общем, мексиканская еда. Гватемала. Гватемала. Гвакамала. Yeah, perfect. Идет, наверное, к этому идет. Подождите, отодвину. Наверное, к этому идет суп. Бинсовый, у них же все фасоль. В Мексике фасоль это номер один еда. С черной фасолью, суп. Наверное, is it coming together, right? Or you order yes. separately? It's together, right? Yes. How much cost dish? $16 вот это блюдо. Это одно и то же блюдо. $16 стоит. This is perfect. Thank you. Uh-huh. How is it called this? Tortillas. Huh? Tortillas. 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 Yeah, exactly. Tortilla, it is animal. Tortilla. No? There is something like that. Tortoise.
Вот эти лепешки, эти мексиканские, горячие были завернуты в это. Вот это вот все вместе, $16. Все, начинаем кушать. Ой, луковица. Или это чеснок. Garlic or onion there. Oh my God, everything. Сыр главное, вот это вот сыр. Фасолевый суп очень вкусный. Немножко был недосолен. В общем, сплошная черная фасоль. Что-то там еще вот это, не пойму. Onions. Onions. Это лук, что ли. Beans. Beans суп. Beans – это фасоль. Вкусный. Ну, а это еще не пробовала. Там луковица была зажаренная сверху. А здесь у нас под мясом что? Под мясом что-то непонятное. Вот это опять мясо, да? Это опять мясо, между прочим. Мясо с мясом, и там рис. Окей, а ну-ка. Good. Nice. Значит, это мясо. Вот это порк. Это, наверное, биф. Наверное, вот это этот, наверное, это говядина. Это свинина. Это этот авокадо кусочек. Это сыр. Белый это сыр. Сыр мексиканский. Кстати, мексиканский сыр, вот кто в Америку приехал и вам не нравится там какая-то американская еда, купите мексиканский сыр. Он немножко похож на наши эти вот брынзы. На сметана мексиканская хорошая. Еще раскопала. Кактус. Они же кактусы едят. Вот он кактус. Смотрите, это кактус. Боже мой. Они его от иголок. У них есть такие машинки, ну как вот терки. Они их от иголок удаляют. И это, как же мне его укусить-то, чтобы вам это все показать и сказать свои осюсения. Ой, боже мой. Сейчас я отрежу, подождите. Кактус. Ну, немножко похож, я даже не знаю, на что он похож, на такую какую-то, немножко как, может, на огурец, немножко припеченный огурец, или на немножко перец болгарский. Very good. Thank you so much. Похож на болгарский перец зеленый, только, ну, немножко не очень сочный, ну и не сухой. Вот странный такой вкус, первый раз ем. Я знаю, что они кактусы лопают, но первый раз я ем его. Посмотрите, какая чугунка. Вот эта чугунка, да, такая? Интересная, да? И в эту чугунку, она такая, она чугунная, она тяжеленная. Боже, как она ее, эта девочка, несла. Там девочка эта молодая. Как она несла, правда? Слышите, она такая тяжеленная, чугунная. Вот, ну, это такое, знаете, рис с прижаркой, с поджаркой, этот самый, вкусный, хороший. Уже все убирают, все время мы приходим, когда убирают, ну, некогда было. Дали только одну порцию вот эту, вот она сказала, она очень большая, и хазбенд уже ужинал, а я нет, голодная. О, oh, this compliment, right? О, oh, nice. Комплимент принесла, мне заказывали десерт, принесла мороженое. Мороженое, какой-то сладкий чипсик, и это крем. О, молодец какая. For you and me. Yeah. Комплимент принял. Комплимент в Америке имеется в виду. О, ну, такое что-то дополнительное. Ну, когда вам дают подарочек в магазине, когда вы там потратили много денег. Вот так вот. Вот. Вот это наша девочка.